Всем привет! Сегодня я решила рассказать вам о своих армянских корнях. Мои армянские предки поселились в Ростове еще в начале 20 века. Прабабушка, прадедушка, прапрабабушка. Моя бабушка родилась в Ростове еще в 18 году. Бабушка была два раза замужем, один раз за армянином, и родился у нее сын дядя Алик. Второй раз она за русского замуж вышла, и родилась моя мама. Но мама росла в армянской семье. Моя мама на армянку совсем не похожа. Ну, может быть, там чуть-чуть. Но она больше похожа на своего отца. Поэтому вы увидите в видео, что дядя Алик, он типичный армянин, а моя мама, ну, не очень на армянку похожа. Но и тем не менее, росли вместе, они дружили, веселились. Те родственники, которых я еще помню, бабушкиных братьев, они приходили к ней на день рождения. Дядя Рубен и дядя Лёва. Дядя Рубен и дядя Лёва были чистые армяне. И они были тоже очень веселые. Вообще семья была очень веселая. Все время любили шутить, все время дурачились. В общем, всегда был смех, было веселье. Ну, бабушка моя, соответственно, у бабушки была мама кавказская армянка, а ее отец был персидский армянин. Я сама по себе тоже вот веселый человек, наверное, потому что это все перешло ко мне с детства. У меня и папа тоже был с чувством юмора. В общем, вся родня. Папа у меня русский. Папа из Ростовской области. Он вообще приехал в Ростов после школы учиться в училище. И познакомился с моей мамой и по уши в нее влюбился. Мама была красавица. И, в общем, они поженились и прожили очень счастливую семейную жизнь. Но они прожили 26 лет, так как мой папа умер от рака, и его уже 30 лет с нами нету. На этом видео папы тоже уже не было, как 7 лет. Моя бабушка всегда гордилась, что она чистокровная армянка. Она была очень красивая в молодости. Но у меня вот есть сестра младшая, Мариночка, но она на армянку похожа больше, вот вы увидите. Но она больше похожа на мамину родню. На бабушку похожа, вот всегда говорили. А я больше похожа на папину родню, на папину сестру, тетю Надю похожа. Вот, поэтому у меня, может быть, что-то выдает, там карие глаза, волос темный. Хотя я в молодости красила черный, но мой родной волос это каштановый. И у сестры тоже каштановый родной, она тоже в черный красится. Ну и карие глаза. А детям уже глаза карие не передались, они у них уже светлые. Сестры у дочки голубые глаза, светлые глаза, и у моих детей светлые глаза. Дочь моя вообще, у нее русый волос, то есть мои дети армянского не взяли уже ничего, хотя там какая-то доля армянская в них есть. Вернуться я хочу сейчас к нашему видео. Мы это видео снимали 22 года приблизительно назад, это был 1996 год, как раз был юбилей тети Нади, и мы поехали туда с камерой. И вот моему удовольствию сняли это видео, где мы там веселились, дурачились, пели, плясали. И сейчас я просматриваю это видео с умилением. Мне, конечно, очень жаль, что это все уже не вернуть. Мамы моей уже нету, бабушки тоже нету. Она умерла, около 80 ей было. Ну, где-то примерно спустя, наверное, 2 года после вот этого видео, на котором она запечатлена. Но и тем не менее, ей было тогда 78 лет, но вы увидите, как она все-таки плясала. Вообще бабушка у меня была очень забавная. Мы с сестрой очень ее любили, потому что она всегда была веселая, шутница такая, и она была какая-то забавная. С ней было всегда наблюдать за ней интересно, когда она что-то рассказывает, и все время смеется. У меня бабушки остались очень добрые воспоминания. Мама меня оставляла на нее иногда, когда сестра моя была маленькая. Они ездили отдыхать куда-нибудь с сестрой, а я была, ну, баловница такая. Меня оставляли бабушки, чтобы я там им не мешала отдыхать. А с бабушкой мне было хорошо, спокойно. Мы с ней общались, душевненько гуляли, мороженое кушали. Ну, в общем, бабушки добрые воспоминания. Теплые. Ну а теперь добро пожаловать в 96-й год, и я поделюсь с вами кадрами из своего прошлого. Голос из-за кадра. Ольга. Все, мне снимать не надо. Давай, давай.
У них большая семья. Приготовить хорошо. Я не хочу сказать, Представь, а тебе говорят, что ты хорошая, красивая. Песни вот эти говорят. Я тащусь. Ты тащись, ты тащишься. Вот так. Давай, давай. Вот так, мои пусы. Вот так, за чубчик, потекай. О! Не торопись, я что-то, а пока танцуешь, что ли? А то прицепились, смелость, а ты.
жизни. Довольна одной, что только о доме не пела. И ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. Карты старые вяжут, как веер, на платок с бахромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать, устроены ведь так люди. Желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать. Устроены ведь так люди, желают знать, что будет. Поговори со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. Люблю, а в тени в небе родины летал на ястребке. А по Лубянской площади летал на баранке. А ты не летчик, а я была как рада любить героя из летного отряда. Ну вот такое видео получилось. То, что я на армянку не похожа, хотя глаза немножечко говорят, есть армянская, внешне не похожа, это да. Но хочу сказать, что армянская кровь течет, и она где-то там играет, потому что я помню всю свою жизнь, когда я слышу, армянская музыка играет, мне почему-то очень хочется танцевать. Вот это армянские танцы. Все-таки есть что-то. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.